И всем привет, ребята, и вы на канале Мончик, и сегодня мы будем играть в ИКЕЙшку. В этот раз я, наконец-то купила випку себе. Она у меня сейчас только что еле-еле зашла, да, я купила випочку себе, чтобы играть и сделать ваши идеи отдельно. Так. Ой, я сразу склада, как обычно, заспавнилась. Слушайте, мне писали много разных идей, что можно сделать из этого всего. Давайте сейчас я зайду на ту игру, где я играла с Богданом. Там мне писали просто идеи для постройки. Так, можешь построить центр. Так, можно... Что еще можно построить? Постройте аквапарк можно. Можно построить у нас... Я где-то видела, мне писали детдом. Давайте, может быть, детдом построим? Я давно детдом вот так не строила. Или же попробовать чисто построить эстетик дом. Мне очень интересно, как это выглядит. Наконец-то я могу вздохнуть и сама с спокойностью построить. Я еще буду потом как-нибудь отдельно разбираться, как можно добавить своих друзей в випку, если вдруг я буду играть с Денисом, чтобы быть на випке. Так, смотрите. Давайте детдом построим где-то, например, в каком-нибудь красивом месте. На хорошем, красивом месте построим детдом. Почему бы и нет? Потому что мне писали просто, что можно построить его. А я как-то не строила. Вот тут давайте вот диван уберем. Тут пол красивый. Давайте уберем вот так диван отсюда. Первый раз играю, не первый раз, я раньше совсем давно со своей подругой качала випку и на ней играла уже тоже, я не знаю, как это, поэтому... Я тоже буду на обычном сервере играть, но сейчас я поиграю на вот этом. Сегодня я уже играла просто с подписчиками, а сегодня я еще хочу поиграть вот так вот на випке. Так... Вот доски. Слушай, тут есть вот это. Что это? Я могу здесь взять и вот эти белые. Да? Да, я могу белые взять. Ок. Ох. Мне вот было всегда интересно, что это за пистолет такой. Так, им можно пользоваться, да? Что это за пистолет? А что с ним делать? Ой. О, просто. Что с ним делать-то? А что с ним делать, я не понимаю. Научите меня пользоваться этим пистолетом. Короче, какой-то пистолет, я не понимаю, что с ним делать. Потом, наверное, разберусь. Не знаю, как им работает все. Но это какой-то пистолет. Им, наверное, можно что-то делать. Что именно, я не понимаю. Ну вот он у меня есть. Исчез. А что я его беру, ему пофиг как-то. Стоп, не. Вот это. Ну, вещь. Пистолет, блин. Что дальше делать? Короче, я не понимаю, что с ним делать. Ладно, будем строить так. У нас имеются вот такие штуки. Это будет у нас как стены.
Я думаю, нормально, это подойдет нам как стены. Я просто видела, многие увеличивают это, уменьшают, а я не умею так делать. Как это делать, что это делать, я не умею. Там много чего можно делать с этим, но я не умею, я не понимаю, как это делать. Может быть, это в каких-то раз... моментах, блин, ну, неровно, ладно, сойдет. Ну-ка. Ой, тут мне предлагают разный вид. Можно кирпичный. Ой, а можно вот, смотрите, какие разные тут выбрать. Разную какую-то основу. Ну не, нам вот этот, думаю, подойдет. Чисто тут белый. И... А как его увеличить размер? Наверное, нельзя, ладно. Ой. А это прям чисто белый. Еще и ночь. Я не знаю, как сделать себе бесконечное здоровье. Поэтому делаем метку. Дед, дом. Я не умею себе делать эти. Что это за стена? Что я сделала? Почему они идеально белые? Я не умею пользоваться випкой первый раз, извините. Я тут натыкала, она идеально белая теперь. Мне нужна такая текстура. Как ей? Не понимаю. Ну, мы делаем детдом. Потом, наверное, в следующий раз сделаем аквапарк. По вашим просьбам. Пишите в комментариях сейчас, что вы хотите, чтобы я сделала в следующий раз. Блин, а я не знаю, что это за штука. Как ее убирать сейчас? О, все, убралась. Нам нужна просто такая белая. Есть? Белый. Ну это же идеально белый цвет, да? Или нет? Нет, вот это вот текстура нормальная. Блин, слушайте, света нету, ничего нету. Давайте свет заспавним. Где свет? Люди, мы в раю. Мне кажется, это на оттенок другого оттенка. Или это тот же? Ладно, ничего страшного. Это дедом все-таки. Вип-дедом. Блин, как идеально поставить. О май гад. Неровно, капец. Да и пофиг. Стена. Так. Нормально, у нас есть свет. Я не знаю, как себе делать бесконечное здоровье. Сейчас, может быть, что-то потыкаю. Может, что-нибудь пойму. Как себе здесь бесконечное здоровье? Объясните. Long time. А. О, я день сделала. Обалдеть. Ну ладно, я все равно ничего не понимаю. Я вроде бы день сделала, а как я сделала день? Ладно. Слушайте, криво, конечно, ну и ладно, сойдет. Я пыталась, я уже как 9 минут ставлю эти непонятные доски, а хотя я до этого раньше делала это быстро. Блин,
Взяла какой-то материал, фиг с ним, не поработаешь уж. Что это? Надо ровно. О, ровно. Правда, лагает, да и пофиг. Главное, ровно. Ой, уже все закончились. Короче, ставим, видимо, так, чтоб лагало, да? Ну, ровно же. Наспавнила куча просто таких. Сейчас сделаем все. Сейчас все будет. Будет все чики-пуки. Так. Сюда еще одну поставим. Не, давайте вот здесь сделаем вход. Вот такой. Вот такой вход. Нормально сойдет как вход, думаю. И все остальное вот так вот ставим. Это уже дальше другое. Я видела, многие размеры делают. А как размер сделать? Блин. Как это делается все? Не понимаю. Я слишком тупая для этого мира. И тут криво. Стань как все. Вот. Что-то мне кажется, здесь стена выше, тут ниже. Блин. Так, слушайте, мне все-таки интересно, что это за пистолет. Мне все равно, будем сейчас читами работать. Так. Пистолет. Нот. А что с ним делать? Как размер сделать? Я хочу, может, размер сделать. Это камень. Камень и... Блин, не понимаю. Так, стоп. Что это? Вот стена. Камень. И ок. И белый. Камень. Что я делаю? Что этим пистолетом надо делать? Непонятно. Что-то им надо делать. Вот тут пол здесь у нас появился. Смотрите. Кривой, но пол. Каменный. Надо убрать вот эти вот. Я их слишком много наспамила. Ну ничего, я... Она висит? Или мне кажется? Да не, мне кажется, она не висит. Так. Работаем. Мне кажется, я буду это делать долго. Обычно я это все делаю быстро, но в этот раз будет долго. Ура, закончились эти мучения. Теперь нам надо заспавнить пол. Пол. Пол сделаем. Не знаю, может быть, вот этой? О! Идеально. Это будет полом каким-нибудь... Таким. Это идеально? Да, вроде бы идеально. Так, слушайте, мне еще лестница нужна сейчас. Где лестница? Где моя лестница? Ё-моё. Ну, вот эту возьмем. Короче, это такая вот лестница. Может сделать лифт какой-то. Мне кажется, это будет некрасиво смотреться. Сейчас, короче, что-нибудь придумаем.
Я придумала. Не зря YouTube смотрел. Тут, короче, будет у нас стена. А у этой стены, типа там, как бы, не знаю, лифт или что-то в этом роде. Ну, чтобы не было такого уродства, мы сделаем лифт. Как я делала день? Куда я нажимала? Вот. Я опять куда-то нажала и вышел день. Блин, эта лестница маленькая. Я хочу просто большую. Так. Есть большая лестница. Ну, вроде это нормальное. Сойдет. Если что, обрубим. Сейчас мы его так вот поменьше, чуть-чуть совсем. Сойдет, в принципе. У нас столько этажей, наверное, и будет. Сейчас, короче, наработаемся. Дайте я залезу, то что такое. Лестницу поставила, и толку от нее, как от козла молока. Запрыгнуть? Ага. Мечтать не вредно. Так. Че, я не могу подняться? Да блин, а... Наконец-то. Так сделаем. Короче, так будет, думаю, нормально. Сойдет. Лагает, да и пофиг. Главное, нормально. Все под контролем. Блин, а... О! Хорошо, так дотянусь. Конечно. И закончились как раз вовремя. Лестница фиговая, я потом сделаю получше. Так. Спамить парочку. Все. Работаем дальше. Тут охранников вообще, наверное, нету, не видно. Да и ничего страшного. Нам такое неинтересно. Знаете что? Я хочу потом посмотреть реакцию на своих подписчиков, на свой скин. Ну, я хочу изменить скин. Я сделаю его как в виде лимона. Я хочу изменить, как бы, ну, не полностью скин, но хочу сделать такой, знаете, прям няшка скин. Я несколько раз видела, потому что у меня он такой, знаете... Блин, у меня пол некрасивый, кривой. Он кривой. Вот сейчас я замечаю, что пол кривой, некрасивый. С досками мне было пофиг как-то. Он просто лагает так безумно. Это прям раздражает. Можно как этот поставить? Да не лагай. О. Нет, не лагать. Не лагай ты, все нормально. Чуть-чуть. Да чуть-чуть. Может так? Да пофиг уже, ладно. Тут сильно лагает. О, господи, это кошмар какой-то, а не пол. Короче, в детдоме будет 3 этажа. Мы 3 раза будем мучиться. Если бы я могла делать вот эту
высоту там, увеличивать предметы, уменьшать их, то я просто сделаю такую здоровую платформу и все нафиг. Проблем бы меньше было. Блин. Кстати, мне писали, иди в ММО 2 попробуй поиграть. Ну, слушайте, я не умею играть в ММО 2 вообще, от слова совсем. Ну, научимся, думаю, потом. Со временем. Как вам? Нормально вроде бы. Так, еще чуть-чуть на спамить. Капельку, в принципе. И все. Тут щель. Тут нет щели. Да и пофиг, знаете. Дедом дырявый. Отзывы плохие. Пишите в комментариях, что можно еще сделать. Лично я, ну, как-то не знаю, может аквапарк попробовать, но судя по тому, как я дедом не могу построить и ровно тут поставить, в следующий раз я буду досками строить, потому что вот это невозможно. Еще чуть-чуть надо досок. Вот этих, или как-то бетон. Сойдет. Пофиг, что криво, если идеально ровно ставить, то там нифига не получается. Мы потом сюда заселим этих, как его, детей. Они будут все жить тут счастливо. Надо еще одну последнюю вот такую, да, и все. Надо утро. Тайм. Утро. В смысле? Мне нравится. Как вам? Мне кажется, нормально. Блин, вообще пол ровный. Пипец, смотрите, ровно. Смотрите, тут еще более-менее ровный, но он тут лагает. А тут он неровный. И ему пофиг как-то. Сойдет. Я потом туториалы посмотрю, как делать предметы. Стойте, а может это? Ну-ка, давайте 40. Да и пофиг как-то. Что? Я хочу найти время. Ой, не время, а как увеличивать предметы. Это беспредел иначе полный. Давайте найдем время. Я понимаю, вам скучно, но лично я хочу найти время. Так. Давайте 50. Ок. Ее ок. Да ей пофиг как-то. Что это значит? Подождите. Я найду сейчас все равно Яндекс. Яндекс. Да, Яндекс. Умная камера нужна. Слушайте, мне вот очень интересно, когда подписчики, ну вот, я сейчас серьезно просто интересно так, а подписчики когда-нибудь сделают, то, типа вырежут смешные мои моменты с этими с голосом. Импорт файла привязанного. Не, стойте, так, сейчас туториал найдем, как увеличивать предметы. Как увеличивать предметы в Икее на випке? Как увеличивать предметы в Икее на випке? Так. 2008. Первый совет. Лучше строить дом на складе. Тут много материалов. Как? Во. Пистолет нужен нам. Ну что ж, начнем с базовых функций и с самого начала. Первое — это кик-меню. Тут, понятно, можно либо кикнуть участника, либо забанить и написать причину. Дальше спавн-меню. Здесь можно спавнить предметы. Так, ничего не понятно, ребят, но очень интересно. И есть такая категория, где можно разобрать. Здесь можно поменять цвет, выбрать, допустим, какой предмет будет. Например,
например, ну, кирпичный, можно поворачивать предмет, но также сделать его либо прозрачным, либо оставить обычным. Сейчас покажу, как менять размер. Нажимаем на size. Size? Здесь вы можете сделать либо маленький размер, допустим, ну вот так. Я нашла. Так, подождите, нам нужен... Нам нужен вот эта штука. Size 50. Заспамить. Она же заспамилась? А, это я заспамнила? Работа года. Хотела маленькую заспамить, заспамила гиганта. Ну-ка, 20. Блин, а чё так далеко? Давайте развернемся, что ли, так. Нафиг мне такой большой? Может, мне поменьше надо? Ну, гигантский. Туда его скиньте куда-нибудь. А он потерялся. Стойте, подождите, я сломала игру. Десять. Я сломала игру. Я сломала игру, ладно. Кикнемся. Я сломала. Я хотела увеличить размер, в итоге я сделала всю карту размер. Мне нужно просто красивый маленький дом. Далеко я от дома? Ну, далековато. Ну, стойте, я хочу разобраться в этом. Почему такой гигантский? Может, я хочу поменьше? 5. Ну вот, уже более-менее, да? Вот, я поняла, я разобралась. Все, мы сейчас построим детдом быстро. Нам не нужно, короче, туда больше бежать. Мы можем в другом месте построить, нам там уже неинтересно. Я там все разгромила. На каком месте снова построим? Я поняла работу. Можно было сделать более логически и более верным путем. Но мы дебилы, мы идем, короче, обратно туда. Или... А, вот, я нашла это место. Тут и будем строить все. Теперь можно тут новую метку поставить. Детдом вот здесь. Там, короче, все испорчено. Я там заспавнила, я там испортила все. Теперь я знаю, как работает это все. Все, я могу теперь больше не волноваться. Мне нужно убрать это. Все, мы сейчас быстро детдом построим. Сделаем вид, что я... Надо время опять. День. Тайм. Да. Так. Где... Вот. Итак, мы берем вот снова вот это. На белую ставим. Ок. Ну-ка, давайте на 3. На 3. Да нормально, на 3. Чё? Только где она? А, вот она. Она такая, как прозрачная немножко стала. Блин. Немножечко гигантская, слушайте. Гигантская, ну, знаете, если на 2. На 2. Ну, знаете, на 2 меня больше варианту улучшает. На 1, если... Ну, вот 1. 1 это вот совсем, да, вот такой вот, да, маленький квадратик. Ну, вот этот вариант мне больше нравится. Знаете, он меня больше устраивает на 2. Потому что тут, ну, как-то и большой, и нормальный, в принципе. И долго строить не надо же.
Я смогла сделать и ниже даже. Ну-ка. Идеально. Так, сейчас нам надо... Ну, вот так чуть-чуть совсем наспамим. Слушайте, зачем мы что-то такого? Мы могли с самого начала вот так строить. Так, все, мы уже почти час видео сидим, снимаем, но я только сейчас поняла, как випкой пользоваться. Великолепно. Ну, зато мы быстро построим детдом, да? Я думаю, мы часа два тут можем сидеть, но я буду рада. Мне нравится. Так вот, идеально все, вообще прекрасно. Все так идеально выходит, да? Вот, давайте вот это вот такой вход здоровый будет. Ладно, шучу. Сейчас вновь такую нам надо заспамить. Мы ее сделаем вот так. Тут. На половиночку. Во! Какой-то вход, знаете. Мне кажется, что это криво чуть-чуть пол. Ну ладно, ничего страшного. Слушайте, а мы лифт хотели. Уже, наверное, не хотели, да? Ну ничего, я сейчас сделаю все. Я хочу сделать идеальную лестницу. Для этого мы возьмем. Нам надо хорошую что-то штуку, чтобы из нее сделать лестницу, да? Вот, давайте. Ой! А хотя. Чё, стол такой большой, удобный? Ну, это из этого я буду делать лестницу, чтобы вы понимали, да? Вот. Тут начало. Люблю этот стол, из него красивая лестница может получиться спокойно. Смотрите, нормально же. Да не, хорошо. Чё, столы взяли, сделали лестницу. Адекватную. Почти. Где еще этот стол? Я его потеряла. Вот он. Две еще можно наспамить, думаю. И сделать вот. Вот две. И вот тут на такую вот. Так, дальше. Нам нужна эта штука на три, наверное. Да, на три. На три. И пол у нее будет вот такой, да? Ок. Вроде бы так. Хотя она большая, я их никак поставлю-то. Только если вот так, как потолок. Не, я до нее не допрыгну, слушайте. Сейчас. Она широкая, блин, она широченная, прям сильно. Короче, мы ее уносим. Она слишком широкая. Ой, халабуда. Нам надо потоньше, потоньше. Потоньше чуть-чуть. Вот такую. У нее тоже вот такой пол. Ок, да. И тоже вот на три размер. Вот. Да. Да, ее вот на три можно, да, тут. Сейчас как-нибудь поставить. Идти у нее конец. Поставить. Блин, а. Вовремя всегда этот день наступает. Да блин. Смотрите. Ну нормально, да?
Пол вроде бы ровный даже. Так, теперь нужно один. Один. И вот на однёрочке, вот так вот здесь, именно вот эту вот тут, так вот построим. Да? Правильно я все делаю. А что я раньше-то не догадалась? Что мы, знаете, мне какое чувство, за 5 минут тут это построим. Ну, обустраивать это, конечно, одно, мы обустраивать, как обычно, и просто вот валяется кусок там бетона. Я планирую 3 этажа. Блин, а что вот сейчас началось опять? Сейчас неровно получится. Да и, знаете, остальное как-то уже не волнует шибко. Нам главное сейчас вот построить тут самое вот это вот основное. Во! Да нормально, сейчас еще одну вот эту вот последнюю тут заспамить. И вроде бы красиво и ровно даже, да? Сценить. Ой, а как спускаться? Спускаться, короче, подниматься это одно, спускаться это в дырку. Ну как, мне нравится, да? Ровно, красиво, все безумно. Да? Так, дальше. Строим, продолжаем. Ну, потому что, знаете, почему вот 3 этажа? Потому что там же, типа, на 3-м или на 2-м будут дети жить. Там еще им ванную вот это вот все сделать. Поэтому вот. Чтоб, ну, уж точно влезло все. Чтоб мы точно успели все сделать. На третьем, знаете, что будет? На 1-м там демонстрация, на 2-м кухня с ванной, на 3-м вот уже дети сами спят, и я там буду как королева. Да, ну, прекрасно. Так, нам нужен вот этот наш любимый начало, да? Ставим его сразу на 2-ку. Спамим. О, все, наша любимая родненькая, да? Ща наработаемся. Слушайте, она там внизу шлагать будет, да? Или ей пофиг? Да ей пофиг, знаете, как-то. Она просто есть. Дальше. Так, я вот сюда развернусь, наверное, и поставлю пару, наверное, 4 тут или сколько, не знаю. Ну, нормально. Вроде бы ровно даже, знаете. Красиво, ровно, прекрасно, главное. Ну, мне нравится. Я представляю, как я буду дальше следующие дома строить. И для меня теперь новое открытие свершилось. Да вроде бы ровно, знаете. Или не ровно. Нет, тут не прям, конечно, все ровно, безумно. Ну, ладно, сойдет. Тут тоже для идеала ничего не получится. Блин, а тут же вход. Или хотя пофиг. Или хотя как. Вход же. Или ладно. Мы там окно поставим, короче. Мы тут окно поставим, потому что тут вход. Блин, я же поменяла эту информацию. Сейчас. Вот. Белый. Так. Вот этот. Вот. Белый. Нам надо вот это. И вот здесь вот это спамим, да? Ой. А, ну это окно. Чё, окно вовсю, да?
во всю стену. Блин, я забыла, что мы на 2 поставили. Ну ладно, ничего страшного. С кем не бывает. Нам же надо еще комнаты разделить. Пипец. Ну это все однерочкой надо будет разъединять. А мы такой-то высоты что поставим, разве нет? Или пофиг? Наверное, все равно как-то, да? Что с дыры? Это кондиционер там будет дальше. 2. Что нам надо? Нам надо 3 еще. Вроде бы. Ну, нормально. Ой, кровавая ночь. Да, пока не мешает она мне вроде бы. Ща исправим дело. Тайм. Вот. Блин, знаете, я как бабушка какая-то сижу, ничего не понимаю, но очень интересно. Нормально. Так, надо дальше лестницу, знаете, поставить. А лестницу поставить... Поставим... Слушайте, может быть, здесь мы не будем окно ставить? Тут оно как-то не подходит. Чуть-чуть. Ща. Однёрочка. Вот. Вот она здесь подойдет, да? Да прекрасно, в принципе. Чуть-чуть совсем только, но если... Да и ладно, они тут все вот так скачут. Лестница у нас дальше также двоечка. Мы ее поставим там же. Випи. Хэппи хаус, хэппи хаус. Хэппи хаус, хэппи хаус. Блин, я тут хотела лестницу поставить, наставила столы. Сколько я столов-то поставила тут? Я просто натыкала. Ну только... А, не, нормально. Ну тут, короче, можно. Так. Хорошо, в принципе, нормально сойдет. Нам еще это все обустроить. Блин, больше часа, простите, ребят. Но я тупая, я пыталась как-то это понять все. Извините, у меня впервые именно вот на випке. Я, кстати, раньше, когда я все-таки играла один раз. Не один раз, я покупала совсем давно свою випку, там с подругами играла, я не знала, что тут такое есть, поэтому вы можете, поэтому, ну, чтобы меня не спрашивали, как ты так делаешь, как ты не знаешь, если ты, у тебя была випка, у меня была она, но я не знала, что такое вообще бывает. Так, нам надо 3 поставить даже. Ну да, 3. Там угол, да? Что-то тут... Нет, тут теперь спускаться можно. Вроде бы, да? Продолжаем. Однёрка. Наспамниваем пока что. И все, начинаем. Строить. Пол. Такс. Как вам? Мне вроде бы нравится. Конечно, я еще прям не делала эти разделы комнат. Я их потом все-таки сделаю обязательно. Только криво, наверное, получится. Ну, ничего страшного.
Главное сделать. И все, в принципе. Ну, мы сделаем их. И будет у нас вот здесь полностью вот такая комната. Нет, не полностью. Тут два разделителя будет. Офис дома и все, наверное. Надо чуть-чуть. Криво, ну, блин, хотя, ладно, пофиг, можно, думаю, ой. Думаю, можно это выкинуть, оно лишнее. Тут, правда, лестница неровно держится, это что такое? Я поняла, что нельзя, видимо, так ставить лестницы. Хотя, знаете, мы там что-нибудь приклеим и все. Пофиг. Ничего страшного. Сойдет. Продолжаем. На той же основе, да? Вот это. Вот это, вот это. Двоечка. Парочку спамним. И работаем. По такому же принципу. Так. Кстати, вы заметили, что у меня энергия сейчас очень медленно тратится, потому что я, наверное, не бегаю так часто, я просто строю. Ну, как-то не бегаю же шибко. Просто строю. Ой, мне пишут подписчики. Так, мои подписчики радуются, что скоро видео с Випкой, но они не понимают, что я тут еще работаю, психую, не понимаю, как это все ставить. Спасибо, вовремя. А что там не так-то, а? Что вот... Да нормально сойдет. Я лентяйка, это раз. Второе, я не уверена, почему у меня... Может так? Нет. Слушайте, а я-то до... Ой, я завалила все эти, но я вроде бы до этого не должна достать. А. Но я там вроде бы не достала, знаете, а я там и не ставила еще. Блин, что я за рукожопа? Я не могу поставить. О. Ровно. Так, у меня же там, да? Да не, знаете, тут вроде бы не достает. Сойдет, короче. Ставим дальше. Нам нужно еще немного. И все, в принципе, потом. О. Мне что-то ровно, что-то криво вообще.
Кошмар какой-то. И щели. Что тут не так-то? Чё за щель? Откуда щель-то взялась? Ну ладно, мы ее чем-то залепим. Залепим. Она выпирает, я еще и не понимаю ничего. Она выпирает сильно, я не понимаю, как сделать ровно. Она и так там выпирать сильно будет. Какой-то ужас. Ай. Меня еще и закрыли тут, прикиньте. Ну, блин, а. Да я не знаю, что это за криво, ну ладно. Сойдет. Что-то кривое, ну что-то. Вот. Пол на 4. Ой. Меня прижало. А он не все закрывает даже, да? Тогда пол на 5. Сделаем. Блин, забыла, в дырку падаем, короче. Пол на 5. Фу, пробьет сейчас мне. Выносим. Все. Это не детдом, это кошмар какой-то, да? Я не буду работать над кодом, не вижу смысла совсем. Давайте на 5 тогда. Меня прижали. Там не вижу смысла ровно ставить, все равно полное вот так. Так, давайте разделять комнаты. Короче, тут у нас встречный зал, да? Тут уже остальное все. Блин, ни туда, ни сюда эта лестница не лезет. Сейчас попробуем, короче, как-то разделить все. На однёрку поставим. Короче, что-то кривое, ну, получится, да? Вот. Раз, два, две. Так. Ну, здесь как бы такая умывальная будет комната, блин. Вовремя все это делается, да? Так, ну тут типа как бы умываться, а тут все остальное. Вот, а здесь уже там... Спальня, сейчас я вот заспавню две доски, вот эти вот доски и камень, я не знаю, что это. Здесь вот будет офис. Блин, какой-то он маленький какой-то, ну. Сейчас сделаем. Маленький, конечно, но думаю, нормально сойдет. Вот. Это такой офис тут. Май. Вот здоров. Все, давайте украшать теперь. Нам надо исправить все это дело, все, что мы тут нахалтурили. А, ну, однёрка, да. В общем, на первом этаже у нас что? Вход такой, да, приветствуем гостей, так сказать, мусорку ставим,
ставим, нам надо стол, вот этот стол ставим. Ставим, компьютер. Нужен компьютер или ноутбук, не знаю, как это называется. Ой. Вот, да, маленький. Потом поставим. Потом ставим. Что мы еще должны поставить? Где коробка от ноутбука? Вообще зажали. А это телек. Я телек заспавнила. Надо ноутбук. Так, вот. А к нему нужна же коробка, это непонятная. Где эта коробка? Я не понимаю. Ну ладно, без нее обойдемся. Так, нужен стул. Стул такой, вот такой. Стул, нужны цветы, наверное. Не, сначала давайте, наверное, диваны поставим. Диваны, ну, типа, сидишь и ждешь там ребенка, что выбирают, наверное, там ребенка. Где мой любимый черный диван? Вот он. Черный диван, ковер. Также ставим вот это, столик. Ставим вот этот столик. И там уже вот это. Это два красных, два желтых, надо два синих еще, два синих, вот, и там еще нужно поставить нам ковер, такой, знаете, игровой, где он, вот он, и ставим кубик Рубик, мини-горку можно. И тут цветы парочку. Пока вот так поставим. Вот такая у нас куча появилась. Я не знаю, зачем тут кровать заспавнилась случайно. Сейчас должны постепенно работать, да? Вот сюда в углу мы поставим этот стол. Стол вот такой вот большой. Я не знаю, что такое стол бывает. Нужна мусорка. Мы детдом делаем. Моих друзей туда сдадим, короче. Мне уже надоело. Столько детей, 7 тысяч. 7 тысяч детей. Куда мне столько? Денис в шоке, столько кормить не успеет. Ну, мусорка такая, только есть. А можно ее под столом поставить? Ну, как бы, знаете, как обычно такие бывают мусорки под столом, которые стоят. Да, вот. Есть тут ноутбук, я его куда-то сюда заперла. Вот, мы вот сюда поставим его. Нормально. Дальше я предлагаю поставить вот в этом углу диван. Но тут дети будут сидеть. Ой, тут будут ждать родители детей, которые будут, не знаю, выбирать, которых будут. Да. Вот, а здесь поставим оставшийся ковер. Нет, тут, знаете, такой ковер не подойдет. Знаете, что сейчас? Нам нужно вот это. И нужна окраска вот это. И наспамнить. Вот. Здесь будут вот такие, такой пол. Тут дети будут сидеть, играть. Ну, если там пришли с детьми, я не знаю, вы.
Тайм. Утро, вот. Нормально сойдет. Нам надо еще два таких. Затолкать. Ну вот, тут чтобы дети типа сидели и играли. Так, также вот тут вот в углу поставим, не знаю, горку вот. Пусть они тут, не знаю, убьются на этой горке. Блин, а! Дальше ставим ковер. Вот сюда. Не знаю зачем, но пусть стоит тут. Тут много ковра, я что-то наспамнила совсем. Давайте у входа, что ли, такой ковер поставим. Дети сидят у порога, играют с ковром. Я вот этот зеленый стол хочу убрать, мне он не нравится. Я хочу... Нет, синий оставить. Синий вот как раз-таки я хочу оставить, потому что мне очень нравится. Я не люблю вот этот зеленый. Для меня какой-то противный чуть-чуть. А вот синий, он какой-то красивый очень. Еще один его такой заспавним сейчас. И поставим вот тут. Пусть дети играют. А может быть вот тут горку поставить, знаете, просто она как-то там не очень хорошо входит. Или же вот прям под эту, под лестницу залетаете, дети, играете, главное, хорошо, не убейтесь. Может быть, убрать, наверное, нам это будет лишнее чуть-чуть. Слушайте, я проголодался. Так, маленечко надо перекусить. Перекусить. Тут есть рядом лимоны. Когда буду умирать, уже вот как раз подойдут. Съедим, пока никто другой не съел. Опа! Пол двигается. Так. Нужен кресло поставить вот так, сюда. Тут, не знаю, кто-то будет встречать гостей. Коврик, и коврик мы поставим, его перевернуть надо бы вот так. Надо поставить здесь сидушки эти. Ровненько, да? Вот. Желтые поставим. Красную. Не знаю, какой ребенок туда засунется, ну ладно. Засунется и будет хорошо. Еще один красный. Но мы решили, что не будем второй стол ставить, поэтому выкидываем. Зеленый оставляем. Нормально. Все остальное выкидываем. Синий вот этот выкидываем. Кубик, Рубик. Ой, блин, я застряла чуть-чуть. Оставляем вот. Ну, тут мрачно, знаю. Но дети... Что, это детдом? Ни разу не видела яркие детдомы. Может быть, и бывает такой, ну... Как мне описывали, только такой. Тут дети в страхе живут, наверное. Так, вот, цветок, ну, мне кажется, еще чего-то не хватает, давайте еще сейчас что-нибудь поищем, вот, можно поставить сейчас,
Что еще можно поставить? Можно поставить, я думаю, вот такие два, три шкафчика поставить. Поставить можно вешалки для детей. Поставить еще можно вот это. Это света мало, ну ладно. Можно... Что еще можно поставить? Нам нужно... Вот эта вот коробка от компьютера, я не знаю, где она. Как она выглядит? Что это за коробка от компьютера? Ладно, ничего страшного. Свет нужен. Свет. Ой, я начинаю голодать. До 100% сейчас подкрепимся тут. Все нормально. Так. Нам надо... Надо... Сейчас лучше. Туманный. Можно? Стойте, подождите. Это время, да? Да, это время, все. У нас бесконечный день. Так, я случайно заспавнила кресло. Или хотя ладно, но нам вот это вот кресло не нужно нам. Нам нужен шкаф. Вот он. Это шкаф для детей. Красивый. Не буду спорить даже. Темновато чуть-чуть. Да и пофиг. Сейчас свет найдем еще. Коврик перед входом. Ноги, почему он не вытер? На, вытирай. Так. Вот. Я гений, мне должны дать премию. Вот здоров. Мама подтвердила. Тройной шкаф. Так, я хочу поставить это вот сюда. Почему бы и нет? Сидишь такой, об лампу ударился. Ничего страшного. Мы уже час снимаем. Я обустраиваю только первый этаж. Ну, ничего страшного, думаю. Нужна нам скамейка. Скамейка же нужна, да? Вот это я предлагаю поставить. Поставить предлагаю картину какую-нибудь бы. Нам бы не помешало. Вазу поставим. Нам нужна свет. Свет нужен. Стол вот этот поставим. Еще третью вешалку. Все. Что это такое? Освещение. Ну, наконец-то поставили вот этот шкаф. Думаю, он тут хорошо вписывается даже. Лампочки. Сюда первую. Головой ударитесь, не наша проблема. Сюда вторую. Там изгой место. Ладно, так уж и быть, сюда третью. Блин, а там же сверху сейчас... Ну... Ай, ладно. Сейчас мы исправим этот момент. Они более-менее высовываются. Ну, вам как-то, наверное, все равно. Так, ваза. Ваза. Хочу вот сюда вазу поставить. Вы разобьете, будете деньги платить. Стол вот такой. И... Почему мы не заспавнили сидушку? Где дети будут сидеть, переобуваться? Что это такое? А? Это же...
Это плохо, надо заспавнить сиденья им. Переобувайтесь, сидите на лавочках. Ладно, надо, может, диванчик? На диване, угу, блатные. На диване переобуваться будут, а больше вариантов и нету, наверное. Или есть. Больше вариантов и нету. Что еще нам нужно? На чем сидеть дети будут? Я бы сделала, не знаю, им прекрасный детдом, но я не представляю только такой. Ладно, заспавним вот это. Что, это редкое или нет? Какое-то страшное, слишком уж, чересчур страшное. В чем дети могут сидеть? Ну, давайте, не знаю. Блин, а... я не понимаю, что поставить можно. Может, картину добавить какую-нибудь. Картина? Вот это подойдет сюда нам. Эта картина нам нравится. И вот этот диван поставим. Пофиг уже, пусть на диване сидят. Я так и не нашла штуку, которая для компа, поэтому... будем так сидеть. Ну, вроде бы, знаете, даже и не пусто, но как-то и пусто. Нормально. Вот сюда поставим диванчик такой. И вот как вам. Мне вроде бы нравится. Вроде бы мило выглядит. Не знаю. Ставим еще, наверное, цветочков пару, а то вообще как-то дохло выглядит. Мне больше нравится вот это место рабочее, и все. Как-то все остальное выглядит не очень, наверное. Ну, не знаю, я только так умею строить. Здесь будет ванная для детей и кухня. И столовая. Итак, дети, вы будете есть на... Сейчас найдем столовую. 2, 3, 4, 5. Короче, вот эту штуку поставим. Это столы, вы на этом питаетесь. Мы прикрываем это столовым. А там внизу что? Это вообще все прекрасно. Слушайте, я умение ставить на 100%. Я сейчас приду, ребят, подождите. Я вернулась. У нас все идет через. Ну, в принципе, мне кажется, мы скоро закончим ролик. Потому что я устала. Да когда же закончатся эти столы? Мне выкинуть надо. Мне один стол остался поставить, и все. Потом я позову детей, и пусть они тут разносят все. Если честно, я сейчас шибко стараться не буду. Вот вам честно признаюсь. Потому что мне, во-первых, лень. Я очень сильно устала. Я хочу, если честно, уже закончить ролик так и отдохнуть. Но детей же звать нельзя так. Поэтому... вот такой пир. Сейчас мы поставим стулья. Стулья поставим. Вот такие. Вроде бы, думаю, такие нормальные.
Так. Так. Это стульчики такие. Мне кажется, нам детей хватит на эти стулья, чтобы посадить, наверное. Криво все, ну и ладно. Ой. Такс. И во, красота. Так, давайте поставим еще картину, ту, которую я видела. Так. Вот это еще одну лампу надо поставить. Еще нужно поставить одну картину, вот эту вот. Вот. Если честно, ребят, я до безумия устала. Я возилась с этой вивкой долго. Короче, дети будут спать на стульях. Простите, пожалуйста, что я не доделала этот дом. Я думаю, просто я, если сейчас продолжу, то, наверное, будет это все некрасиво выглядеть. И я просто сделаю на отвале, это будет еще хуже. Лучше, знаете, я вам вот серьезно скажу, лучше, когда приходят подписчики, и потому что так проще намного строить, но они делают все, как хотят. Давайте позовем, наверное, детей, пусть они оценят этот дом. Так. Где дети? На память детей. Ау, в дом. Один только зашел в дом, да? Они что, все ушли уже? А, они на потолке там. Ну, я придумала, я сейчас вот так вот их тут наспамлю. Заходите в дом все. Что, у нас один типа только в дом зашел? Давайте, кто-то в эту сторону идите. Они меня разнесут так. О, еще один зашел. Второй не знает, как зайти. Ё-моё. Не, ну разносим, разносим. Смотрите, просто куйма. Все живы-здоровы, так. Вот. Давайте всех наспамним сейчас. Всех. Этих силачей, вот этого. Я не знаю, кто это. Ой, какие-то орущие челы. Давай, заходи, 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 заходи. Тебе должно понравиться. Да, залазь. Что ты не видишь? А, ты меня опасаешься, да? Он вышел. Наигрался на площадке, кошмар. А он меня опасается, да? Королей. Ё-моё. Ну давайте. Скажите, как вам? Вы чё ломаете всё? И меня убили. Ё-моё. Что это такое было? Я далеко дома, нет? Да вроде бы, знаете, недалеко. Я не поленюсь, я прибегу все равно туда. Мне интересно, что там такое. Что это за шаровые молнии, я заспамнила. Издалека посмотрим. Думаю, они меня убили просто. Они разносят мне там мой дом, который я строила, детдом. То есть, дети, что за неуправляемый? Убили собственную хозяйку детдома. Я не виновата, что вас выкинули родители. Ой, шаровые молнии какие-то. Они еще и на меня летят. Вы что мне все разносите? Они еще и ко за мной летят. Кошмар тут охранников, слушайте. Пол дома разнесло. Капец. Все разнесли.
Ладно, сейчас еще заспамним. Они меня опять убили. Я что, заспавнилась тут, где был мой раньше этот? Прикиньте, я заспавнилась, где я раньше делала свой первый дом. Да, это же то место. Что за квадрат я сделала? Да, это то место. Вот. Ну ладно, как я поняла, это что-то невозможное. Ну а с вами была я, София. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Ну а пока.